Вот бывает такое. Совершенно не хватает времени. А спортом заниматься нужно. Так попробуйте делать это во время пути на работу. Выйдя из дома, немного пробегитесь. Быстро бежать не нужно. Таким образом, вы в первую очередь взбодрите себя. Кровь начнет циркулировать быстрее. В общем, это отличная разминка. Далее найдите бордюр или лавочку высотой от 30 до 50 сантиметров. И прыгайте вверх-вниз, вверх-вниз. Спину держите ровно. Старайтесь выполнять упражнения как можно мягче. Берегите имущество. Возможно, высота покажется вам большой, и выполнять упражнения будет сложно. Однако после нескольких тренировок все изменится. Будете порхать как бабочка. Вот вы уже на остановке. В ожидании автобуса можно делать подъемы на носки. Такое упражнение укрепит ваши икроножные мышцы. Поднимаясь на носки, нужно на пару секунд задержаться в таком положении, после чего можно вернуться в исходное положение. Теперь сядьте на середину скамейки. При этом ваши руки должны быть плотно прижаты к бедрам. Сделайте упор на руки и поднимите ягодицы. Двигайтесь на руках сначала в одну сторону, потом в другую до края скамьи. Отдохните и сделайте еще несколько подходов. Так незаметно и автобус подъехал. Чуть отдохнули и снова в бой. Пока идете, высматривайте турник. Он есть почти в каждом дворе. Несколько подтягиваний вам точно не навредят. Таким образом, и спина, и руки, и плечи получат оптимальную нагрузку. И в завершении несколько прыжков вверх по лестнице. Для начала прыгайте на каждую ступеньку, затем через одну, затем через две, три, четыре. Вуаля! Вы на рабочем месте. Конечно, время в пути немного увеличилось. Однако постарайтесь просыпаться на несколько минут раньше обычного. Таким образом, вам удастся укрепить свое здоровье, быть более бодрым и радоваться жизни.